Всем привет! Хочу показать новость про космический корабль с солнечным парусом. Вот такой вот парус. Корабль летит только от солнечного света. На канале Наука появилось видео про этот корабль. Давайте посмотрим. Очень красиво сделано. Ну и смысл в том, что вот такой вот парус раскрывается. И уже благодаря тому, что Солнце светит на этот парус, космический корабль движется. Ну, сказано, что это самый первый космический корабль, который летает от солнечного света. Но вот давайте посмотрим, здесь есть комментарии от реакции зрителей. И написали про Икарус. Давайте поищем этот корабль, если... Еще какой-нибудь корабль, летающий от солнечного света. Да, действительно, если ввести в поиск фразу «Икарус», посмотрите, космический аппарат «Икарус». Это японский космический аппарат с солнечным парусом. Запуск состоялся 21 мая 2010 года. Так что это не первый. Вот. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. К сожалению, ничего, вот кроме такой вот картинки, ничего нет. Вот такой вот солнечный парус на Икарусе. Ни фото, ничего нету. Давайте попробуем перейти на сайт проекта и посмотрим, может там что-то есть. Нет, здесь какие-то разработки у них. Вот, видимо, какие-то еще были корабли. Вот Селена какая-то. Ну, ничего нету. Сайт китайский, точнее, японский. Японское аэрокосмическое агентство. Кстати, если посмотреть по похожим запросам, то Large Sail... Это не первый, да. И вот, смотрите, есть еще Икарус, есть еще вот какой-то. И вот здесь. Это все с парусами связано. Вот, смотрите, давайте посмотрим. Наносей 2. Вот такой вот парус. Тоже довольно-таки интересный. По всей видимости, тоже приводимый движение с помощью солнечного света. Ну, сколько здесь? Примерно метров... Метра 4 где-то диаметре. 4 на 4 примерно. То есть ничего не нужно. Просто используется энергия Солнца для движения космического корабля. Ну, больше информации я выложил в группе, вот в нашей. Там много нового по этой теме появляется. Вступайте. Ну, у меня пока все. Всем пока.